хочешь одна спать, потому что ты боишься одна спать. Ну так со мной спала Яна первую ночь. Яна не спала с тобой. Спала... Что? Ты спала в своей комнате первую ночь. Я спала с Яной. Вот сейчас она отговаривает. Яна, кто со мной спал в первый день випки? И она лесбуха на секундочку. Ну, лесбуха спала с Юлей. Бля, это лучшее, что я сегодня видел. Я сплю с ней с того момента, как мы заехали в модельный дом. Ну, и мы так распределились, что у нас это ничего не означает. Яна! Хочешь немножко пиздюлинки? А ты точно лесбиянка? Нахуя! Только никому не отдам! Нет, я не отстал! Хорошо, я никому не скажу! А у меня брат спокойно вот так вырубил. Я считаю... Мама мия! Нет, мне нравится, это круто! Макс там ее просто там потягал нормально так. Так. Стой, подожди, нет. Это ребра, Макс. Так я понял, подожди, а нет, стой. Смотри, мы встаем, вот это вот опустили, все. Вот. Раз и два. Юля и Максим, мне понравилось то, как они старались. Ой. Слухай, вони виглядають дуже гармонійною парою. Дуже красива пара. Я думаю, вони мають бути разом. О. Ти мила, такі оті пусечки, такі... Яка шикарна пара. Лесбіянка і гей, почув би і ні. Притулись до нього стегнами. О! Що? И момент такой происходит, что как бы я ложусь, Аня на мне, и тянется ко мне, ее рот заходит в мой рот. Вы что делаете-то? Что происходит-то совсем уже? Сначала начал ее отталкивать, а потом думаю, да ну ты, все, давай. Эй, остановитесь! Хватит! Поворачиваю ее, хватаю. Я такая думаю, твою ж налево. Это просто охуенно. Давайте посидим. Вообще ничего не понятно, и почему непонятно, непонятно. Макс, я это тоже снимаю. Это любовь, или нам это снится? У нас брачная ночь с Максом. Что? Яна, я вам вообще-то сказала. Катя, Катя, предоставь этот момент Яне. Ой, Юлечка, глазки. От меня Юля. Боже, я стою и думаю, господи, попахивает чем-то очень-очень нетрадиционным. Это не слишком? Нет. Беру ее за волосы, там, за шею, все дела, начинаю там жахать-шмахать. Да-да, не удивляйтесь. Поехали. 3-4. Есть такой фраер я доминант, я что-то начинаю там сзади пристраиваться. Ложись на меня. Это точно гей вообще или нет? Потому что такие вот эти притирания, я думаю, господи. Я почувствовал некую такую искру, мне понравилось. Я такая, ну все, ну типа, не знаю, почему я так растаяла. Ну он реально, ну блин, я просто, это видно, помните, это лицо. А почему я спал в комнате с Юлей? Что это объяснять? Ну просто типа спал с Юлей, типа вид в комнате. Вот какая борьба полов? Как я буду бороться с девочками? А кому мне тёмать по утрам? Пацанов ходить? Ну типа реально мы друзья. Что? Алло, ну что по адекватности будем решать? Я очень сильно люблю тебя. Я рад, что ты остался. И пожалуйста, порви всех. Всех. Почему я должна быть причиной того, что мечты моих близких людей не сбываются?
Блин, ребят, хватит меня расстраивать. Я хочу, не хочу грустить. Ребят, ну хватит уже. Я не могу ничего сказать, правда. Совсем. Я сегодня ухожу. Ты моя главная победа на этом проекте. Спасибо тебе, что была со мной все это время. Макс, я в тебя верю, ты вот. Мне таких слов никто не говорил. Пожалуйста, спасибо тебе большое. И мне больше нечего сказать. Потому что я самый счастливый человек на свете. Я не знаю, что мне делать. Я это смотрю. И я не знаю, как объяснить это чувство, но мне больно. Как себя чувствует самая красивая девушка проекта? А, да руку дай. Ты я спрашивала. Да руку длиннее вы. Здравствуйте. То, что это я. Oh my god. I can't. Get out. Oh my god. Просто смотрю и сразу взгляд на попу и такой... Чего, блядь? Боже мой, третий месяц на проекте. Вы чё, сука? Вы чё, бля? No, God! No, God, please, no! 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 Видели бы вы глаза Яны, просто реакцию в этот момент. Там включила такую ревность, походу, вот реально. Становится настолько обидно. Да, мы стрёмся с Юлей, да, мы конкурентки, но все равно Юля для меня дорога. Ох, очень плохо, очень плохо, очень плохо. Бай-бай. Подытожим. Вот, если да, то мы как бы сразу понимаем, да, что как бы вот так, не, ну а что? А что? Ну вот, а они еще, ну вот как-то, ну да, вот, ну примерно так. На этом все.